Я даже могу сказать больше, но я настолько уже просто, что там, где Обама, там, или там, где Америка, там начинается вот эти. Это моя точка зрения. Понимаете? Моя точка зрения. Я считаю, что это не так, что это вот. Но неправильно это все. И вот, вот для вас это решение, вот такие вот. В чем дело, спрашиваю? Почему здесь люди еще не оформили? За что остановили? За что остановили? Как? За состояние, знаешь, алкогольным опьянением. Потому что аж сюда дует. При остановке решили. При остановке решили? Ну тогда, пожалуйста, быстренько. И в наркологии. Где мотоциклет? Какая разница, это жесть или не жесть? Какой у меня правильно садиться за руль? Нет, все правильно, в принципе. Жесть все, или не жесть? Остановись. Ты что, пьяный был? Нет. Ну, пробили СКА. Киевские номера? Киевские, да. Сюда иди. Ты что не стал, когда я останавливаю? Я сразу остановился. Черт, я сразу остановился.